В этом году у нас достигнута договоренность с Петрозаводским университетом, с медицинским институтом, который вот в рамках университета работает, о том, что нам будет выделено 5 целевых мест на лечебный факультет для Вологодской области. И у нас уже есть желающие на сегодняшний день. Я думаю, что из Вытегры желающих, так как они наиболее близки к Карелии, территориально будут и еще желающие поехать учиться, так как университет богат традициями, достойна образовательная база, и выпускники очень ценятся лечебными учреждениями своей подготовкой. И на сегодняшний день у нас уже в департамент поступило более 200 заявлений от будущих абитуриентов. Мы с ними проводим работу. Встречаемся с ними в лечебных учреждениях, рассказываем им о достижениях, о том, что предстоит сделать, какие проблемы существуют у нас, что предстоит им решать, если они вольются в ряды сообщества медицинского. И я очень надеюсь, что к июню месяцу министерство распределит нам вот конкретно 210 мест, у нас заявка. И мы сможем уже выдать целевые направления. Конкурс у нас по прошлому году на 400 мест, на 400 заявившихся 186 мест нам было выделено. Достаточно хороший конкурс среди целевиков, но все будет зависеть от того, от уровня их подготовки и от того, как они сдадут ЕГЭ. Вологодская область одна из первых разработала программу поддержки именно материальной дополнительной целевиков. И на сегодняшний день мы являемся лидерами вообще на уровне Министерства здравоохранения и вузов по мерам социальной поддержки. Именно с первого курса мы ведем своих целевиков. И на сегодняшний день у нас уже практически 800 человек получает стипендию. Это обучающихся с первого по четвертый курс. И интерны, и в будущем ординаторы, они будут получать также стипендию. И я думаю, что вот это как раз является стимулом для того, чтобы они вернулись. И на самом деле поддержка студента, когда 4000 дополнительная стипендия, а основная стипендия 1100, то, конечно, область пошла на беспрецедентные меры, несмотря на то финансовое положение, которое существует. Вот губернатор принял такое решение о том, что мы думаем о том, о будущем о своем, мы думаем о том, кто будет лечить наших вологжан, и на это работаем.